Всем привет, играем в Фазмофобию, соло кошмар, безулик, Эчфилд, Чарльз Александр. Сбежать от призрака, ниже 25, средний рассудок, распятием его остановить. Поумерить пыл, так сказать. Дождь снаружи идет такой, типа... Ну, типа дождь. Ну, ничего не могу про него сказать. Ну, дождь. О, зеркальцо. Комната с фортепиано. Сейчас, если у меня рано охотящийся призрак, мне жопа. Я надеюсь, что это не он. Мне бы нычку бы найти какую-нибудь, хотя бы одну. А то я, знаете ли, тут пропаду. Далеко бежать? Ну да ладно. И занято. Не люблю на Эчфилде искать кость, потому что тут просто миллион спален. У каждой своя ванная. Вообще, нафига как будто столько спален? Сколько вот у вас тут человек живет? Просто интересно. Это дом на какую-то одну большую семью, которые почему-то все решили жить вместе? Такое. Мне кажется, постоянная жизнь с родственниками. То еще испытание. Не, ну понятное дело, что зависит от родственников, естественно. Ну, как бы... Здорово! Пусть родственники живут недалеко, но все-таки... Не на одном с тобой этаже. Так возникает меньше соблазнов пойти и нажаловаться, например, на твоего какого-нибудь другого родственника. Больше самостоятельности. Больше всяких способов решения проблем. Но можете со мной не согласиться в комментариях. Мое мнение не претендует на истину в последней инстанции. Чарльз Александр. Можете поделиться своими историями. Типа, вот, я уже несколько лет живу вот с миллионом родственников в доме. И мне зашибись. Эй, не он. А наступать? А соль? Так, не мираж, хорошо. Хорошо. Я сейчас фотик принесу, никуда не уходи. Никуда не уходи. Это жжет огонь внутри. В глаза мне не смотри, никуда не уходи. Можно, конечно, конечно, можно, наверное, еще раз в зеркальце посмотреть и разрядиться, но мне кажется, я и так в разряде должна быть сейчас. В более или менее таком приемлемом. Пусть бы найти. Желательно, чтобы она была не в одной из этих... Ну, таз. Спален. А я там его достану? Сфоткать-то сфоткаю. Оньк. Получилось. Давайте еще подсмотрим. Ой!
Прям так? Мне, кстати, зеркало уж надо сфоткать еще. Прежде чем оно развалится. Все, опускай. Нам совсем чуть-чуть. Нам просто подглядеть. Ага, наступил туда в соль. Нравится ему дверь в гараж очень сильно. Тогда скрипочка. Хорошо. А чего ты оттуда шел? Иди в свою комнату. Где там кресты еще жрать? Сейчас главное, вот, чтобы он меня не сожрал. Ну, мне кажется, можно уже. Не хочу зеркало ломать. Пусть у меня останется возможность инстаохоты, когда я захочу. Потухла. Она потухла, а я что-то даже... не заметила, что было раньше. Там был щелчок. Я точно слышала щелчок, но я так и не поняла, что он включил или что он выключил. Потому что в гараже света точно не было. Здесь свет был, соответственно. Что он включил, я не знаю. Ну, смотрим за крестом еще. Что делать? По-моему, я пропустила... Ну, по-моему, сначала была свечка, а потом крест. Сижу, смотрю. Ладно, давайте сюда. Здесь удобнее наблюдать. Блин, так далеко бежать мне в мастер-бедрум. Просто жесть. Может, здесь можно спрятаться? О, хорошо, отлично. Так, ну чё, ну, была попытка атаки, а теперь что? Может, это Анрё? Ты не Анрё? Ну, после стольких гостов? А чё ты там делаешь? Очень много физгостов, но при этом были и дымковые госты. А, вот этот цвет он... Нет, это я включала тот цвет. Это я включала тот цвет, и я его хотела тут ждать. Хватит гулять. Ходит и ходит, ходит и ходит. Чё за люди? Ну давай. Кресты. Вкусные. А? Ями-ями. Здоров. Как дела? Что, не придет? Свет не включился. Ладно, плевать. Так, я тебя услышала. Я чё раскидала те самые банки, потому что там так вилки полетели смачно. Прям вот смачно. Что я подумала, а не полтор ли ты часом? Да?
по скорости он абсолютно обычный. А, все еще тут? А че оттуда шел? МД. Тарелки нифига не разлетели. Значит, наверное, мне показалось. Давай мы крест этот переложим вот так хотя бы. Как бы он тут, но при этом почему-то в гараже тусует. И как? Как мне с этим разбираться? Прикажете? Правда, Анрё? Горё пока не можем вычеркнуть, он не переехал формально. А, блин. Ну, он и вот и кресты не ест после того, как свечки тушит. Свет выключил или включил? Ну иди сюда. Здорово! Он наверх пошел? Я правильно понимаю? Ай. Еще раз тронешь что-то в гараже. Привет. Я вообще сейчас не поняла, что произошло, потому что я была внизу занята. Ну, потушил, сожрал. Было такое. Было такое на глазах. Но у меня пока недостаточно данных, чтобы бахнуть, что это Анрё. Хотя, конечно, тот факт, что он очень невнятно жрет кресты, в углу появился. Он вообще даже не пытается меня найти.
Да, он теперь здесь. Окей, хорошо, не горю. Креста. Креста. Я застряла на одной проверке. Сейчас, если окажется, что это не Анрё, у меня посыпется все. Все посыпется. Понимаешь, игра? Он там уже какие-то тарелки кидает в коридоре. Но не может же быть... Вот я сейчас его не курила, правильно? Не курила. Ты где вообще ходишь? Какие ты двери сейчас открываешь? Товарищ. Простите, пожалуйста. Извините. Он не успевает до меня доходить. У него какая-то проблема с крестами. Он опять переехал. Я поставлю, что это Анрё. Он бежит от крестов. Чё ты там встал? Вот чё ты там встал, на? Вот тебе. Жри. Вообще, кстати, я слышала, что вот эта вот история про то, что Анрё бежит от огня, она не соответствует действительности. Как будто бы. Полтеранрё? Ну, чашка не сказать, что прям далеко отлетела. Меня больше тарелка вот это беспокоит. Что, какие-то китки. Китки вообще во все поля. А я не знаю, кто это. Все, он меня запутал окончательно. Он просто тупо меня запутал. Ну, теперь ты сожрешь крест? Нет. Тогда сиди. А теперь? Он тушит свечки как не в себя. Я не знаю, как это объяснить. Он просто какой-то дикий. При этом с обычной скоростью. Но он не жрет кресты. Что я сделаю? Он плевать хотел на кресты. На. Обе свечки потушил почти сразу. Ну,
Хватит тушить мои свечки. Я не успеваю их поджигать. Хватит! Он тушит. Все, я поставлю, что это Анрё, он заколебал. Либо там просто эти свечки, не знаю, гаснут под дождем, там дырка в кухне просто. Там просто дырка в кухне и все. Все, Анрё. Хотя там не может быть дырки в потолке, потому что это двухэтажный дом, значит там течет аж со второго этажа. Я не понимаю, я первый раз с таким сталкиваюсь. Что это за фигня? Ясно. Он меня просто вообще, он меня свел с ума. Я вообще не понимала, почему он не жрал кресты. Я ему время давала, чтобы жрать кресты. А он их не жрал. И при этом был Анрё. Но тушил он просто как не в себя. Я такого тушительного Анрё вообще не видела никогда. Единственное, что меня вот навело на то, что это Анрё, ну помимо тушения свечек, то, что он кресты не жрал вообще ни в какую, вообще не хотел, отказывался. Я ему подсовывал на ложке, пожалуйста, ешь. Он такой, нет, не буду. Вот так вот, вот так вот. Это был очень странный призрак. Спасибо всем, кто смотрел. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь, если хотите поддержать канал. Ссылка на NerdShlerz, а также Boosty в описании под роликом и в шапке канала. Я с вами прощаюсь, всем пока-пока.